приглашает к собственному квалификации. И вот я хочу спеть песню вам техасского блюзмена, которого звали Самуил по прозвищу Молния Лайтнинг Хопкинс. Песня называется «I have no education». У меня нет высшего образования, или я еще не получил магистерскую степень. Вот. Это такая уличный такой дворовый блюз, который был неподдельного отчаяния и горечи от того, что случилась такая ситуация. На первом своем кандидатском экзамене. Но вот этот особый статус образования, он передается и клезмерской традиции. Есть такая песня, я, собственно, ее раскопал после долгих таких поисков. Песня замечательная, она очень пронзительная такая, я сам, когда ее пою, я, в общем, очень недалек от слез уже. Песня, мелодия народная, а стихи написал такой поэт А. Оуми. О нем тоже удалось найти очень мало. Он был из еврейских анархистов, и песню почему-то писал очень лирически. И песня эта называется «Ханеле Лерен Лошен Койдыш». Вот, мы ее переводим обычно на наших перформансах, как «Анечка уже выучила эсперанто». И вот здесь речь идет о новом совершенно педагогическом методе, каким образом можно учить иностранные языки. Потому что жил в местечке человек, который обучал эсперанто, собственно. Но у него курсы такие были специальные, очень только по 30 дней. Вот больше нельзя. Пришла к нему учиться девочка Аня. Ну, он взял ее, девочка Аня была очень веселая, очень приветливая, когда она приходила к нему, а он пробовал новый такой метод свой. Она вот его спрашивает, а как будет на эсперанто голова? Вот. Он так осторожно гладит ее по голове, вот, осторожно трогает ей пряди. Она говорит, а как будет яблоко? Он берет яблоко, дает ей яблоко. Ну, вы знаете об этой истории, Адам, Ева, яблоко. Вот, там много, в общем, тоже таких тревожных и трагических моментов. А потом прошла неделя, а потом они начали изучать еще песни песни, переводенные на эсперанто. Вот здесь им стало совсем, у них было такой good understanding, хорошее очень взаимопонимание. А потом месяц прошел, потом она ушла. Да, конечно, она в совершенстве владеет языком. А преподаватель-то остался. Ну, эту песню мы посвящаем обычно тяжелой личной жизни всех преподавателям высших учебных заведений. Вот. Ханеле Лерен Лошен Койдыш. Bin ich mir allein, Lerne Lochen Koitisch. Kommt zu mir, ach Ханеле, Lernen aus dem Heulisch.
Нет видевший морген, секунд цю мир сложен. Легн их мит ханелен, офонаем офон. Хартачка хана, Гленди Эркебл, Фрейгзи воста плохмейн, Вайзих ир аннебл, Ун азис кунцедей, Шир ха ширим сорген, Хейбнун зере херцела, Штаке унцу шлоген. As a school today, Shir Hashim Sogan, Heaven on the Herzl, Starke on the Schlogan, Kunzi in Frimorgen, Zog zu mir Aschon, Und as the Geist abweg, Bleib ich wie in Cholen, Es geht avek avoch, es geht avek achoidesh, und die scheine Chanele kersche loschen koidesh. Es geht avek avoch, es geht avek achoidesh, und die scheine Chanele. Кем же лучше, коли ты?